что, господа, добрый день. Вы в Гуа. Красивейший коронавирус бушует на планете. Мы вот оказались все здесь. Мы давно тут живем, привыкли. Но в такой ситуации, конечно, мы попадаем в первый раз. В Индии самый сильный кризис и самый сильный карантин. Нас всех распихали, в силу того, что цены упали, люди разъехались, мы смогли взять себе хорошие дома и не скучаем здесь. Я занимаюсь гимнастикой, девочки наши там шьют платья, устраивают вернисажи, моды. Мужики, как обычно, думают о смысле жизни. А мы пытаемся заглянуть вовнутрь себя и поближе познакомиться с теми людьми, которые нас окружают. Зачем тогда еще коронавирус? Зачем одиночество? Нам дали возможность передохнуть, посмотреть, на каком острове в небе мы живем. Мне коронавирус принес то, ну, в смысле, локаут, что я стал иначе относиться к людям, которые меня окружают. Узнал, что у меня огромное количество друзей, намного больше, чем я думал. Потому что от скуки, от этого, от неведения, от ничего не делания, люди звонят друг другу, переписываются, узнают, волнуются. Вдруг мы оказались тут вместе, даже находясь в тысячи километров друг от друга. Мы по много лет тут живем. Вот у меня сейчас будет уже 16 лет. Выйдя на пенсию, я сразу убрал сюда. Живу здесь. Не могу сказать, что локаут меня порадовал. Но то, что он дал разобраться в чем-то, в том, что мы раньше не трогали и не чесали тебя, беспокоит Гондурас. Нет, ну вот и не чеши его. Мы не думали об этом. А локаут дал возможность посмотреть на себя из ситуации одиночества. То, что нам долго проповедовали. Сейчас это получилось чуть ли не насильственно. Мы живем здесь, радуемся жизни, пытаемся понять, почему мы бросили свои карьеры, кто-то оставил семьи, почему приезжаем сюда, почему ищем что-то. И вот коронавирус, который катится по планете, каким-то удивительным образом заставил нас всех подумать. О чем? Мы вам сейчас расскажем. Быть источником счастья, но что здесь еще сказать? Стать источником счастья, кто мог о таком мечтать? Когда нету денег, нет славы и не с кем спать. Стать источником счастья и нехер здесь больше желать. La-la-la-la-la-la-la La-la-la-la-la-la La-la La-la. La-la-la-la-la-la-la La-la-la-la-la-la La-la La-la. Припомни всех, кого просто мог беспричинно любить. Раздуй искру в своем сердце, чтоб ею жизнь осветить. И так тебя нахлобучит весь кайф и трепет в груди. Объект любви не снаружи, источник счастья внутри. La la